продолжаем проведение боевого мага. Собственно, мы в прошлой серии остановились на том, что победили босса. Поэтому сейчас наша задача перейти на следующую локацию, закупиться по возможности. И склянки, и склянки, которые нам могут дать. По поводу ношения короля, ношения короны, в принципе, как вариант, можно будет добежать до крысы. Крыса неплохо себя будет показывать. Теперь зарядка, я думаю, она будет даже на ура заходить. Давайте закупимся нашего любимого беса предприимчивого. Продадим все лишнее за ненадобностью. У нас 5000. Наша задача — благословить Анх. Мы до сих пор уже не благословили. Но пока нет смысла забирать Анх. Заберем дротик. Заберем две еды. Если есть хилка, заберем хилку. Заберем факел обязательно все, которые присутствуют. А как вариант, если мы больше не будем зачаровывать оружие, то можно камень баланса будет посмотреть на оружие. У нас один присутствует, поэтому я думаю, нам одного за глаза хватит. Посмотрим, что у нас зелье остались. У нас ментальное зрение, токсический газ и ускорение. По свиткам у нас рассеивание, карта, познание, ужас. Давайте взрывчатку подберем на всякий случай. В принципе, Анг хотелось бы тоже взять, но у нас, пока мы его не благословим, для нас он будет бесполезен. Вот. У нас есть корона, давайте пробежимся до, собственно, 5 уровня для нашего короля крыс. Это, конечно, очень далеко и долго, но все. Посвятим выпуск именно этому. А, в идеале, конечно же, поставить телепортирующую ловушку. А, у нас ее нету. Имеется в виду не ловушку, сейчас я вам объясню, как она называется. А, собственно, слиток прохода, опять же, он нас не вернет, конечно же, но все-таки будет несколько этажей, мы пролетим благодаря ему. Если бы у нас, конечно же, он был в наличии, но у нас его, понимаете, нет. Поэтому давайте. Маг дальнобойный, поэтому если их зажать в углу, они вам ни хрена не сделают. Так, ну давайте поедем. Нам два зелья исцеления дали, это нас сейчас, скорее всего, будет притягивать. Поэтому давайте просто пройдем, а сами встанем на воду, для того, чтобы на нас огонь не подбил. Сейчас он, скорее всего, нас будет пытаться телепортировать, если бы он нас видел, конечно, разумеется. А как вы видите, он нас немножко поджали, они, ну, у них, они не знали, что мы имеем свойство очень быстро бегать. Вам необходимо надеть артефакт, у нас он снят, видимо, да? Жаль. Чтобы не получать лишнего урона, давайте поменяем местами артефакты. Големы должны дотечь в любом случае. Так, защита. Давайте рог переоденем обратно. Ну, конечно, адская локация, она дает прикурить, особенно вот когда вот вам в лицо голема респаунится, и ты
ни хрена толком не успеваешь сделать. Ну, выпала каменная перчатка. На самом деле можно было бы использовать... Кто там еще? Еще один маг. Ну, вообще, это гнул монах, двор, точнее. Вот как вы видите, ну вот, ну нехороший человек это просто, ну просто нехороший. Посмотрим, что у нас по дротикам. Дротики у нас ядовитые. У нас, так, отлично, у нас есть дротики. Давайте мы его смажем. Это ослепляющий дротик, понятно. Эффект, что нам эта гнида в лицо даст очень много урона, потому что она гнида. Она, мы неудачно просто стоим. Стояли бы получше, эта бы гнида нам ни хрена не смогла бы сделать. А из-за того, что мы стоим на огромном расстоянии, мы, нам, нас никак это не блокирует. В этом проблема высоких уровней, в том, что вы слишком далеко стоите. Вот видите, то есть он... Вот опять же, какая же ты, а? Давайте переоденем рог, чтобы мы могли покушать. Это гигантский вурдалак, но он из этой комнаты, скорее всего, не выйдет, поэтому за него можно не переживать. 16 этаж, в принципе. Наша задача просто добежать, отдать до короля крыс, поэтому нам все равно на мобов. Опыт у нас идет. Ледяной элементаль, с ним важно не драться в воде, потому что он вас приморозит очень быстро. И пожелательно использовать против него противоположную стихию его. В его случае он морозный элементаль, против него работает огонь хорошо. Давайте добежим до кузнеца, чего он от нас там хочет. Паутина вместе с тараканом. Они, наверное, полагают, что он нам что-то сможет сделать. У нас ноль уважения, он нам может отдать кирку. Давайте ее заберем для того, чтобы он просто исчез. Кирка нам по понятным причинам не нужна, мы не дуэлянт. Поэтому у нее там, ну плюс мы квест уже прошли, подобилка. Это маг, давайте его подождем. Нам бы в идеале настакать себе защиту, но я боюсь, что мы быстрее его убьем, чем настакаем себе защиту. Рог полон еды, давайте покушаем. А теперь зарядить наши палочки. Еще один таракан, но у нас очень плохое местоположение для таракана. Мы стояли в воде, то есть он гореть не будет. Мы даже если кинем в него огонь, ему нанесется прямой урон, но не нанесется урон пикающий, который мы обычно стакаем. А что касаемо зачарования, то у нас, я вам не дорассказал, у нас собственно зачарование воды. Дринька у нас на пространственные часы, которые на ночное время увеличивают респаун врагов. Но нам, в принципе, не критично по респауну врагов, потому что, ну, в теории с огнем мы их убьем. Нам наша задача просто, чтобы были заряды палочек, а мы, в принципе, их убьем с огнем. Часы там наши с ума сходят.
не будем, как говорится, им мешать, сходить с ума. Чем хорошо спуск еще вниз, тем, что вы можете докупить, что вам необходимо, особенно если вы не докупили этот раньше. Что касаемо опыта, враги вам не будут давать этот опыта, но это не говорит о том, что они не будут перезаряжать вашу экипировку. В случае... Вот видите, стражи подлечили, тем самым у нас плюс защита будет. Когда этот чудо-страж уснет, и у нас плюс защита будет. Каменная броня 37. То есть в ближнем бою мы чуть меньше урона физически получим. Вор. Вора в идеале, конечно же, сжечь. Если у вас есть такая возможность. А это очень плохое местоположение, потому что нам придется драться скелетом. А нам не нужно драться скелетом, поэтому обходим этого скелета. Для того, чтобы драться именно с некромантом. Меня комары отвлекают, развлекались тут всякие. Летающая муха. А что касаемо летающей мухи, она, это же хорошо, что она здесь присутствует. Рук полон еды, но нам заряжать особо нечего в него. Хотя есть только вот эти вот пустые пайки, как вариант в него зарядить. Либо можно вообще ничего не заряжать. По идее у нас всегда будет фул. Это у нас, собственно, антимагический чемпион. С ним надо только в мели драться, и магии ты вы его не пробьете. Плюс он еще будет меньше урона получать. Собственно, давайте поищем крысу. А чтобы найти крысу, нам нужно использовать, собственно, камень ясновидения, либо карту. Если она у вас присутствует. У нас присутствует карта, давайте просто воспользуемся картой. Мы нашли карту, у нас присутствует корона. Отдаем корону крысе. Крысиный король говорит, я не сплю. Эта корона для меня выглядит гораздо более блестящей, чем моя, поэтому я милосто принимаю ее. На самом деле я подумаю, что могу предложить тебе за такое в качестве награды. Огромная сила, подобающая такому горю, как ты. Тебе бы понравилось, конечно. Мы забрали корону. И теперь у нас, собственно, мы, получается, открываем сундуки. Давайте переключим... сундуки для того, чтобы, ну, возможно, с неким шансом нам выпадет что-нибудь по удаче. Не факт, конечно, но все-таки. Вот, обратите внимание, зеленое свечение было, у нас плюс золото выпало. Ну, опять же, чем выше благословление кольца богатства было бы, тем больше было бы шансов у нас. Вот. В идеале также благословить наш алхимик, могу перезарядить для того, чтобы он перешел на следующий уровень. Теперь нам наша задача вернуться, собственно, на предыдущие уровни. А в крысоморфе самое полезное, конечно, вот это полиморфирование, которое вот это вот второй скилл. Адреналин, либо крысоподкрепление. Я тут смотрел, человек с помощью этого крысоподкрепления огромное количество мобов разложил. На самом деле очень-очень полезная фигня была. Когда вокруг вас 4 крысы появляются, во-первых, они отвлекают ваших врагов. Особенно если крысы разбегаются, ваши враги, ну если, конечно, вас не зажали, ваши враги будут за ними бегать и их атаковать. Что бывает, честно говоря, очень интересно и очень полезно. Мы пока прокачаем перезарядку. Дальше будем крысоморфирование уже качать дальше. Посмотрим, что мы можем купить здесь. Вот здесь есть очищение. Давайте его заберем. За 400. Алхимический огонь нам не нужен. Опыт. Вот опыт хотелось бы забрать. Опознание интересно, магическая карта.
И, собственно, давайте посмотрим, сколько у нас зельев опыта. У нас он 6 штук. На самом деле это очень много. Вор. Жалко, мы не успели на него кинуть защиту. Но слишком много урона внесли ему в лицо, поэтому он не успел отреагировать. Нужно, значит, теперь вернуться обратно. В теории это можно было бы сделать с помощью телепортации, но очень большая цена была бы, опять же, телепортацию имеется в виду. Маг. Давайте поменяем артефакты местами и поставим сюда. Наша задача, чтобы, ну, немножко цифра подросла. Вот у нас сейчас 18, нам хотя бы до 50, там чуть похоже. Чтобы обратить внимание, маг присутствует. Давайте ему дадим так называемое очарование для того, чтобы он не пытался нас ударить. Страж. Нам нет смысла больше бить палочкой, нам их нужно бить в ближнем бою. Также в идеале нам перезаряжать рог. Ну, как вы видите, наш персонаж немножко проголодался. Давайте его покормим. И перекусить. И вернем обратно наш алхимик. Понятное дело, что он будет готовиться очень долго, учитывая то, что у него второй уровень. Он очень долго будет перезаряжаться. Но если у вас надето кольцо перезарядки, собственно, как у меня кольцо энергии, то оно, особенно если грейженное, то оно будет все делаться быстрее. Пробегаем мимо Тенгу, это локация с Тенгу. Так называемая локация босса. Для нас она, в принципе, особо не интересна. Наша задача вернуться, собственно, к тому, к чему мы начали. Это маг. Это, кстати, очень плохо, что здесь маг присутствует. Мы, по сути говоря, ему только очарование можем кинуть. Антимагический чемпион, как вы понимаете, его только физой бить. А для чего я, собственно, хочу заряды на алхимический котел взять, ну, на наш, так называемый, набор химика? Для того, чтобы у нас была возможность какие-нибудь еще зелья сделать, когда они нам понадобятся. Собственно, еще кто-то, еще один гном. Давайте подождем пока. На самом деле не стоило использовать палочку земли, потому что мы потеряли немножко защиты, которые могли бы не получить. Наши часы постоянно нервничают, но это нормальное явление для часов, поэтому порадуемся за них. 26 уже. Собственно, кирку не подбираем, потому что она нам не нужна, мы не класс. Собственно, нам не нужно проходить квест, мы не класс, собственно, дуэлянта. И под класс его чемпион, видимо, да. Поэтому она нам не нужна. Обратите внимание, у нас голод появился. Нам бы в идеале переодеть, собственно, рог изобилия, так называемое. Покушать немножко, в идеале именно поесть. Ну и, собственно, надо перезарядить. Одна еда занимает 3, собственно, заряда, поэтому нам нужно будет еще подыскать себе заряды на рог, восстановить заряды рога и, собственно, нам, конечно, в идеале, чтобы вурдалаки с нами постоянно дрались, потому что они самые эффективные для нас в плане боевки. Давайте с гигантом попинаем. Это маг. Понятное дело, с магом мы не готовы драться, поэтому, по крайней мере, чтобы он нам в лицо своей магией стрелял. Рог наш перезарядился, у нас хоста получили. А
обратите внимание, сейчас, скорее всего, ледяной по нам будет стрелять. Да? Значит, наша задача его вытащить. Это можно сделать через стихию, либо через живучесть. Давайте через живучесть. Убираем рок, ставим алхимика. У гиганта плюс одна дальность. Поставим на себя защиту, то чтобы нас огонь не тревожил. Обратите внимание количество мобов, которые здесь присутствуют. Давайте, огонь у меня закончился, да, я хотел поджечь. Огонь у нас отреспаунился, давайте их сожжем. Алхимик до сих пор не перезарядился. Мы убили одного из гигантов, гигантского чемпиона Вурдалака. Сейчас попытаемся убить второго. Обратите внимание, какое количество урона они пробивают по нашей броне. Мы их пробили. Наш химик даже не перезарядился. Но на самом деле это очень плохо. Это антимагический чемпион. Давайте его просто забьем руками. Потому что вообще с этим вот монахом, так называемым, эффективнее всего сражаться в магии. Потому что вы его кидаете магию и просто от него убегаете. Любой текущий дот, который, например, наподобие яда, коррозии, от того же огня, кроме холода. Собственно, у нас присутствует огонь. Ну, с огнем по понятным причинам драться только в воде рекомендуется, либо когда у вас в инвентаре нет ничего горящего. Потому что если у вас в инвентаре будет что-то горящее, вам просто будет некомфортно драться. Если я правильно понял, собственно, обратите внимание, еще один огонь. Давайте с ним подеремся. Я надеюсь, мне щита хватит. Щита мне не хватило. Давайте еще на себя щит кинем. Собственно, монах. Давайте его сожгем. А, собственно, о чем я и говорил. Просто стоим, ждем, пока он сгорит. Потому что нам нет смысла с ним драться. Второй монах. То же самый принцип. Ждем, пока он сгорит. Нам в идеале с ними подраться, но у них фокусировка стоит на ближний бой. Поэтому вы, скорее всего, не нанесете ему много урона. И из-за этого вы скорее будете в минусе, чем в плюсе. В принципе, 42, я думаю, нам на первое время хватит. Давайте перекусим. А перекусывать можно, собственно, как из панели быстрого доступа, так и, собственно, из самого инвентаря. 19 этаж, собственно, самый максимальный в данный момент, на который мы поднялись вместе с вами. Большая очень комната, и на нас сразу напал голем. Голем, конечно, тяжеловат для нас. Давайте, как вариант, попробуем поспать. Нам, конечно же, не дадут этого сделать, но мы все-таки будем пытаться это сделать. Рок периодически перезаряжается. На самом деле, для мага рок изобилие — это один из самых, на мой взгляд, полезных предметов, потому что вы с высоким процентным шансом постоянно будете с едой, особенно если у вас вкачан перк на еду, на возбуждающий обед. То есть у вас перекус дает 8 зарядов перезарядов палочек. То есть это огромная просто цифра, чтобы вы понимали. Нам, собственно, дали еще один рацион пищи. Это хорошо, у нас уже плюс 2. В принципе, мы могли бы даже, залить в рог изобилие, для того, чтобы у него цифра была чуть больше. Давайте нам так и сделаем вместе с вами. Положим
некоторое количество еды, чтобы он хотя бы был. Но, как видите, цифра не подросла особо сильно. Мяса у нас нету, что очень плохо. У нас также присутствует семечко, пусто фрукта. Надо будет его зарядить на что-нибудь. А мы скорее, я так думаю, посмотрим сейчас. Нет, у меня пока нет нужного семечка. Я хотел бы его зарядить на звездофрукт для того, чтобы... Это маг. На самом деле это очень плохо все, что здесь присутствует маг. Поэтому наша задача его шипануть. Как вы видите, он мне в лицо. Обратите внимание, он мне дважды выстрелил в лицо, хотя палочка... Нет, палочка. Вот эта палочка, она в теории должна была зачаровать нашего врага, но она не зачаровывает его. Значит, мы делаем следующим образом. У нас где-то валялись дротики, мы их зачаровывали на скорополох, на слепняк. Тем самым мы можем просто бросить их для того, чтобы эта гнида магическая к нам подползала. А также можно было бы сделать, собственно, ботинки. Переобуть у нас скорополох, мы бы остановили время, просто до него бы сбежали. Собственно, как-то так. Поэтому на этом пока... Все, мы, собственно, как говорится, вернулись с того, чего начали, но у нас теперь плюс зачарование на нашей броне присутствует. Ладно, всем большое спасибо за просмотр, с вами был Андрей.